Всем привет! Я сейчас вам коротко расскажу про правильную обвязку двухконтурного настенного газового котла. Вот у нас в магазине представлен настенный газовый котел двухконтурный от компании Ariston. Это один из самых продаваемых котлов в Российской Федерации. 24 киловатта. Здесь правильная обвязка, это стандарт компании котлов. Называется кит-комплект обвязки настенного котла. Вот так он выглядит, компактно. В пределах, в габаритах котла, кранов практически не видно, которые обвязаны, вот здесь подключаются снизу. Здесь слева это у нас подача от котла идет, вот такие надежные итальянские краны стоят, латунные, здесь вот подача, 32 диаметра, это очень важно, очень многие заужают диаметр и потом котел работает некорректно, не может всю мощность выдать. Вот здесь у нас обратка стоит, да, подключается. Отсечной кран для того, чтобы можно почистить было косой фильтр. Он здесь собирается грязь, вся система отопления и не попадает в котел. Ну и здесь обвязка по воде. Вода приходит. Вот здесь кранчики отсечные, чтобы можно было фильтр обслужить. Проходит через вот такую колбу. В эту колбу вставляется умягчительный фильтр. Либо ионно-обменная смола, либо полифосфатный картридж. Ну а здесь горячая вода выходит и подключается к системе водоснабжения дома. Вот такой комплект от компании котлов. Рядом с котлом вот у нас представлен здесь на стене стабилизатор напряжения от компании Radel. Это стабилизаторы, которые мы используем на своих объектах, они в 100% случаев спасают, защищают котлы от скачков напряжения. Там внутри есть две встроенные молнии защиты на входе, которые защищают сам прибор, и на выходе. Повыше здесь располагается вот термостат Ariston, такой самый простенький, самый недорогой уже прибор для автоматизации работы котла. Его только поставить, он стоит там, по-моему, 2-2,5 тысячи. И уже котел будет экономить 10-15% газа ежемесячно. Вот здесь маленькая розеточка от компании Radel, это молния защита. Если уже у заказчика есть стабилизатор напряжения, то мы ставим дополнительные вот такие вот эти защиты. Они тоже помогают спасти, защитить оборудование от скачков напряжения, либо от молнии. Вот эти машинки здесь, которые стоят, они не продаются.